канале «Коробка красок». Ну что ж, вот мы и добрались до третьей части по подготовке к 8 марта. Сегодня порисуем вот такой миленький цветущий конвертик. Кому интересно, оставайтесь со мной, а я приступаю. Карандашный набросок я уже сделала за кадром. Кому он нужен, для срисовки поставьте просто на паузу. Заполнение цвета я начинаю с конверта. Смачиваю его водой и заполняю его охристым цветом. Я хочу сделать такой эффект состаренности, и поэтому по углам и в стыках листов точечно добавляю красный, смешанный с коричневым. Цветы выполняю в синих, в розовых и фиолетовых тонах. Также добавлю зелень и голубые веточки. После полного высыхания все детали прорисовываю зеленой акварелью. А детали на цветах цветом на один тон темнее оттенка цветка. Теперь пишу надпись «Тебе письмо» и открытка готова. А вы можете написать любую надпись, которая вам нужна. Ну что ж, друзья, на этом сегодня все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, мне будет очень приятно. По подготовке к 8 марта у нас осталась еще одна часть. Поэтому, чтобы ее не пропустить, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Так вы точно будете в курсе всех новых видео. А по поводу покупки открыток к 8 марта, все подробности вы найдете в моем инстаграм. Ну а на сегодня у меня все, всем пока и до новых встреч!